как бы традиционно первая часть беседы, она семейная, но вот вы, поскольку вот эту тему затронули, недавно совершенно общался с очень известным адвокатом, нашим соотечественником, который имел беседу с Харви Вайнштейном. И Вайнштейн, кстати, ему сказал, что это он спонсировал сеть. Помните, ролики были, Де Ниро говорил, что Трамп да, это про, пес. Про Хиллари, там, да. Они все да, говорят, что они уедут из Америки. Это известно, если его, да. И что сейчас ему прилетело, да. Вот как бы ответ. Здесь два вопроса сразу возникают. Первый, как вы вообще относитесь к тому, что люди из, условно говоря, ну, вашей среды, я имею в виду, да. театральные, да. киношные да. люди, то есть ну, телевизионные, да. Да, ну, то, что да. условно говоря, богемы, да. я да. называю, бывают вовлечены в политический процесс и в Америке, и у нас. Это первый вопрос. А второй тогда попозже. Вы ухватите и ответите только на второй, а от этого выйдет. Не знаю. Ну вот на первый. Я вообще не могу, не разделяю людей по национальному, этническому, понятно, российскому, социальному. Поэтому вопрос. Люди увлекаются политикой. Я, например, всегда увлекался копейкиный жилет. Вот меня интересует. Но если я был бы врачом-психиатром, как я должен был стать, закончил мединститут. Если я был бы летчик-космонавт, которым бы я не стал ввиду того, что не залез бы в капсулу, я бы все равно... Мне это очень интересно. Мне кажется, что политика вообще, это сегодня главное шоу, которое разворачивается на глазах современника вообще у человечества на Земле. А когда политики это делают искренне, по зову души, а не за деньги, не по звонку, нет, не по приказу. Я имел в виду именно ангажированность проплаченная. Ну, а, Женя, мы с ну, тобой знаем, это мы, знаем, профессия, про, да, мы вот. Знаем про проплаченность, да, про проституцию, скажем так, так много, прожив в жизни. Больше, чем хотелось бы. Да, поэтому, ну, как это может быть? Все зависит от... Всегда же можно себя уговорить. Вот ровно как долгий разговор про сексологию и про путан, но всегда можно себя уговорить, что быть путаной лучше, чем быть верной женой. На что жена? Таскает кошелки, значит, ну как средняя жена, да? Стирает белье, нянчит детей, иногда муж в пятницу ее ласкает. А что путана? $700, шведы, норвежцы, японцы, роскошная жизнь. Безопасный секс и большие деньги. Нет, я имею в виду, что все эти моральные и этические понятия, они все сдвинуты. Сдвинуты у человека в башке, они не сдвинуты в обществе. Но когда тебе внушают что-то, что делаешь ты в своей работе, что делаю я, а уж кто делает там какие-то на больших каналах каждый вечер, то человек начинает постепенно понимать, что размытый критерий, жизнь одна, и очень хочется ее прожить, ну, как-то. Добрый вечер, друзья. 8 августа, 80 лет Юлию Гусману, знаменитому деятелю, в свое время Влад Листьев отдал ему ток-шоу «Тема», он был телеведущим, КВНчик, старший брат Михаила Гусмана. Сейчас он живет в Америке, насколько я знаю, то есть взять у него интервью достаточно проблематично, поэтому я оставлю фрагмент одной из наших предыдущих бесед, даже, может быть, несколько фрагментов. В свое время, в своем последнем телевизионном интервью, Мережко рассказывал мне, что когда он привез Гусмана из Баку, Смирнов, режиссер знаменитый, и тесть Анатолия Чубайса, то есть отец Дуни Смирнова, сказал, нафига нам в Москве еще один еврей, на что Мережко ему указал на его Смирнова еврейские корни. И тот же Мережко рассказал мне, что он с Никитой Сергеевичем Михалковым поссорился именно из-за Гусмана, там что-то связано было с Никой. Вот, песня совсем не о том. Я не думаю, что Гусман не будет приезжать сюда, все-таки, повторю, его младший брат.
Михаил, он первый заместитель гендиректора ТАСС, главного агентства страны. Поэтому все-таки у него здесь, я так понимаю, остались какие-то и родственники, и друзей много. Он человек вот этой страты либеральной. Помню, мы с ним по поводу Гайдара ссорились. Он мне объяснял, что Гайдар был бессередником, а ну, по мне Гайдар был просто мудаком. Одно, кстати, другому не мешает. Опять же, песня совсем не о том. 80 лет! Ну, нельзя не поздравить и не напомнить. С удивлением узнал от идеолога медведизма товарища Юргенса, что вы родственники. Хорошее начало, надо сказать. Начало хорошее. Так вот, коротко о себе. Дело в том, что Игорь Юргенс, он, как бы сказать, к сожалению, дальний родственник. Почему к сожалению? Потому что он такой славный, мне кажется, человек, я его очень люблю, который был бы близким родственником, и полезнее было бы, и приятней. Но нет, мы с ним через длинное кольцо предыдущих станций, поэтому, но родственники. Но что удивительно, вот этот разговор, Гусман всплыл в нашем разговоре с Юргенсом, да, когда была затронута тема антисемитизма. Но это исходило из того, что Юргенс, значит, еврей, выяснил, что немец, но страдал от антисемитизма, потому что породнился с Гусманом. А Гусман, вы, стало быть, я не брата вашего имею, вас. В разговоре с Познером уверяли, что антисемитизма вообще не видели никогда и не сталкивались. Вот здесь показания не сходятся. Рассказываю, как на духу, гражданин начальник. Рассказываю. Это другая ветвь Гусманов. И Юргенс не бакинский Гусман. А я говорю только про один город, про Баку. Отвечаю я по всем вопросам за свой Баку. По антисемитизму, по уважению к старшим, по красоте города, по замечательным фруктам, по песку на Абшероде, по Каспийскому морю, по запаху фисташек летом в Мардакянах. Я за них отвечаю. А вот за гигантскую страну, переполненную антисемитами хотя бы раньше, это мое оценочное суждение, что потом вас не прикрыли, я не могу говорить. Но в Баку, что удивительно, и я не устал повторять, вообще не было не только антисемитизма, не было никакого национализма. То есть он где-то бушевал, в этих кастрюлях грелся, но в городе, ну, в котором было, так сказать, почти треть армян, да, и огромное количество всех других национальностей. Я вот учился в 160-й школе, лучшей школе, ну, одной из лучших школ города. И я понимал еще ребенком, что Васильев и Васин русские, Керимов, Мамедов, азербайджанцы, Саакян армяне. А кто такой Валерий Огородов? Я не знаю до сегодняшнего дня. И более того скажу, что лезгины, курды, там это все намешано. И говоря уж про ту самую школу, когда я ее заканчивал, у нас был выпуск человек 60, ну, в двух классах. Ну да, и золотые медали получили два армянина. Да. Вы это... любите это рассказывать? Нет, если бы ты не задал этот вопрос, прости, мы с тобой на «ты», поэтому я не могу, я сбиваюсь. Ага. Для красоты картинки я не могу говорить «ты». Поэтому, Женечка, там так, что если бы не спросил, я бы не стал бы повторять эту мантру. Угу. Но это действительно правда. Самое смешное, что я многие вещи рассказываю, потому что, как и в твоем случае, не верят. Вот люди, у нас так привыкли. Сложновато. Поверить, вот это так. И я много раз спрашивали, что вот Баку – это мифы, легенды, предания старины глубокой. Нет, я жил в семье на улице Петромонтина с папой профессора, мамой профессора. И мы были друзья вообще все. А жили мы по нынешним именам, как нищие, потому что у нас не было... Все так жили. Не совсем все. В том же городе, где я жил... Нищие. Черную икру ели каждый день килограммами. Во-первых, икра – другая история. Но она еще более смешная, чем ты думаешь про килограммы.
Потому что после войны, а я послевоенное дитятя, значит, после войны единственный продукт, который был доступен, достали вообще, и его носили по домам. 5 рублей полкило стоило. Да, собственно, по-моему, тоже с моим братом на эту тему поговорил. Нет, я все слышал, что вы рассказываете. 5 рублей, действительно. Это, и это и меня няня моя украинка, вот что значит интернационализм и дружба народов. Значит, я по-украински, говорили лучше на 5 лет, как суржик, и по-азербайджански понимал лучше, чем по-русски некоторые начальные годы своего становления. И вот она мне давала. Пап был, значит, он прошел всю войну, как и мама, естественно. И ему давали паёк, хотя он был главный врач, главный терапевт Каспийской флотилии. И мама, дядя мне утром делала кусочек хлеба из пайка, 2 кусочка сахара, чай такой, и сверху совсем тонкий слой масла, потому что его было вот столечко, и вот такой слой икры. Поэтому я до сих пор храню этот запас